скоро. Во всех районах Чебоксар в городе уже определились с местами для размещения филиалов многофункционального центра. Один из них появится в северо-западном районе на улице Эльгера. Под филиалом многофункционального центра отдали второй этаж здания. Сейчас там пока голые стены и разруха, но через некоторое время начнется проектирование, затем с помощью аукциона выберут подрядчика и начнется реконструкция. К примеру, на месте арки разместят лифты, а в 2015 году здесь появится 20 окон обслуживания. Ныне это заброшенные муниципальные площади, которые находятся, тем не менее, в центре жилого северо-западного массива. Там удобные подъездные пути, присутствуют парковочные места, магазины, аптеки, почта. Если на сегодняшний день говорить, что мы оказываем 160 муниципальных государственных услуг, конечно, будут не меньше, но мы считаем, к дате открытия количество услуг, функций, сервиса будет гораздо выше. Для филиала в Калининском районе недалеко от ДК «Тракторостроители» будут строить новое здание. Там планируют разместить более 30 окон. Ну а в юго-западном районе МФЦ разместят на первом этаже ДК «Салют». Кстати, там работы по капитальному ремонту начнутся уже в ближайшие дни. Планируется, что первых посетителей там примут уже ко Дню Республики. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.